Кому достанется билет в кино? Номер 4. Почти. Даже сам старик Кощей этим пыль сметал с ушей. Возьми щетка. Ну-ка, миленький дружок, получай-ка пирожок. Пирожок тебе. Давай. За ласковые глазки, сувенир, читайте. Сказки. Что-то ущелье, ребята. На самом деле это и есть билетик в кино. Подвох. Красная сумочка. Красная сумка шла по зимнему лесу. Размахивала так, что дорога расчищалась от снега. Из сумочки она несла бабушке подарок. Дорогу ей перегородил серый волк. Медленно шел к нашей героине. Он подошел к сумке сзади. Не стерпев хамства, она огрела его сумкой. Стыханно и красиво рухнул на пол. Красиво. Сумка за 157 рублей пострадала. Еще больше она расстроилась из-за волка. Она очень любила животных. К ее счастью, по лесу прогуливался Шерлок Холмс. Реаниматологи, танцующие. Надо было звать ветеринара, подумал Шерлок Холмс. А реаниматологи танцевали и по очереди делали волку искусственное дыхание. Реаниматологи. И чудо свершилось. А чего, собственно? Ребята, с этим начинается, это просто фантастика. Волк очнулся. Тонет, тот танцует. И всех гостей. Все танцуют. Все начали танцевать. Вышли на опушку леса. И тут все увидели его. Кого? Чака Норриса. Норрис начал толкать планету руками, отжимаясь. Толкай планету. Называется любовный роман. Норрис. Чак Норрис и Красная Сумка влюбились друг в друга. А Шерлок Холмс обнял Серого Волка, который оказался его братом. Потому что у них начинается, что? Индийское кино! Они попрыгнулись бочком. И себя за хорошее или плохое актерское мастерство наказали. Маленький аукцион на слово выпить. Так, выпить. Поехали. Пивнуть. Хорошо. Наколдуйте. Замахнуть, молодцы. Накидаться. Бухнуть. А дальше? Просто находите, когда говорят, писяшечку. Писяшечку, на грудочку, да еще и по маленькой. Всем давала, сидя на скамеечке, не подумайте плохого, из кармана семечки. Галян, давай еще продолжим. Да как старушечку сменил на молодушечку, это не лихачество, а борьба за качество. Опа, шишки, пляшут ребятишки. Пускай сегодня я питон. Выход. Я тут что надо.